Давайте-ка вот это вот неравенство перепишем. Я вот как его перепишу. Ну, несложно, раскрыв скобки, сообразить, что это то же самое. Правильно? Ну, как же нам действовать дальше, если мы хотим k раскладывать? Нужно по индукции это неравенство вообще. Ну, если мы это сделаем, то после сложения k множеств у меня будет вот такая вот оценка. По индукции. Что мы вообще хотим? Шнеримана мы доказали, мы хотим вот это утверждение. Значит, в качестве множеств ожиток нужно взять множество А. Хотим мы оценить сигма от А плюс А как АС. И здесь у меня еще будет единица минус сигма А в степени К. Ха-ха-ха. Сигма от А положитель. Единица минус сигма от А. Значит, строго меньше единицы. И это число мы возводим все большую и большую степень. Там 0,9. Возводим все в большую и большую степень. И значит, разность у нас будет все ближе и ближе к единице. Да? И значит, взяв большое К, мы можем добиться того, что плотность К будет близка к единице. Но близка к единице это не равно единице. Надо еще один шаг сделать. Давайте докажем лемму, что если у меня есть два множества, у которых сумма плотностей Шнеримана больше единицы, тогда на самом деле А плюс Б это N. Ясно, что если мы это докажем, то тогда все будет сделано. Правильно? Мы выбираем такой К, чтобы плотность суммы у меня была больше, скажем, 1/2. Да? Больше 1/2 мы можем сделать. Да? И потом эту сумму К. Вот мы добились того, что сигма К больше 1/2. Да? Ну тогда получается К, это извините, такой жаргон, вот, чтобы не писать вот такой А плюс А плюс А, то раз пишут К. Ну ладно. Значит, мы можем добиться выбором, так сказать, К, что А плюс А плюс А больше 1/2, тогда если мы еще раз все это сложим, то по лемме получится, что, значит, что А плюс А плюс А 2-то раз, это уже будет все это. Правильно? Все, ясно, да? Осталось только доказать вот эту лемму.